Компания «Мегафон» практически ликвидировала неравенство между городом и деревней в плане доступности скоростного интернета. В Тверской области практически везде теперь жители глубинки могут смотреть со своих смартфонов фильмы, телеканалы, загружать фото и видеофайлы. Еще несколько лет назад в мегаполисах технологии шли семимильными шагами, а в сельских населенных пунктах ситуация была обратная. Александр как раз один из тех жителей нашей страны, кто ощущал на себе цифровое неравенство каждый день. Живет он в Рылово под Тверской областью, а работает в областном центре. Все радикально изменилось после прошедшей модернизации базовых станций одним из сотовых операторов. Высокоскоростной 4G интернет добрался и до Тверской глубинки. В Твери скорости одни, здесь скорости другие. Естественно, что раньше я на это рассчитывать не мог, сейчас стало намного лучше здесь. И скорость быстрее, и работать могу полноценно из дома отсюда. Интернет по сравнению с тем, как было раньше, работает намного лучше, просто летает. Сегодня 4G стремительно осваивает новые территории. И таких жителей, как Александр, по всему Верхней Волжью стало в 2020 году намного больше. Более 100 базовых станций в рамках программы развития LTE в регионе с поддержкой 4G, и это только у «Мегафона». Оператор модернизировал в регионе практически всю инфраструктуру с опережением графика. Трафик по сравнению с прошлым годом передачи данных у нас увеличился более чем на 50%. Вот, соответственно, программа, которая была принята в нашей компании в Тверском регионе, она была в третьем квартале выполнена на 100%, именно по LTE-фикации. Компания «Мегафон» значительно усилила сигнал в 100 населенных пунктах области. И это не только города, такие как Тверь или Торжок, но и деревни с численностью населения менее 100 человек. Теперь и жители региона, и туристы смогут пользоваться цифровыми сервисами на комфортных скоростях. Пользуетесь мобильным интернетом за городом? Да, я живу там. Что можешь сказать о качестве? Хорошее. Смотрю на Ютубе, там видео различные, музыку слушаю, все хорошо ловит. Фильмы смотрим, в соцсети смотрим, Ютуб. Вы пользуетесь мобильным интернетом за городом? Да. Что можешь сказать о качестве? Замечательно. Мегафон пользуюсь, и 4G пока за все палки. До завершения программы развития LTE в регионе «Мегафону» осталось выполнить всего около 10% от запланированного объема работ. Так что к Новому году высокоскоростной интернет стандарта 4G получит вся Тверская область.